Проект хороший, и мы, в принципе-то, уже где-то года три над этим проектом работаем и взаимодействие организовываем. Если сейчас получится создать вот тот мощный логистический центр, хотя бы один из этих проектов, да, по товарообороту, или там, будем говорить, даже больше, да, хотя это товарооборот, почему? Потому что китайские производители заинтересованы на наших плодородных землях выращивать экологически чистую продукцию и отправлять уже в Китай свои рестораны, там свои торговые точки. Почему? Потому что почва у нас очень хорошая, экологически чистая. Ну и поставки товаров, они дешевле, к сожалению, дешевле, чем те, которые производятся, в том числе и швейное производство или, там, или комплектующие, они дешевле, чем производится на предприятиях России. Поэтому, конечно, и народ больше будет народ эти товары покупать. А Ингушетия находится в центре Кавказа, это реально сердце Кавказа, поэтому вот мы хотим сконцентрировать туда этот логистический центр, в том числе второй центр такого же содержания турецкого направления товаров. И мы считаем, что этот проект даст хороший импульс и по товарообороту между нашими субъектами, с Китаем и Республикой. А плюс мы видим взаимодействие в образовательной сфере. Есть очень хорошая программа китайская, да, нам придется определенные средства вложить в реализацию этой программы, но при этом китайская сторона идет навстречу в плане того, чтобы создать группу китайского языка в Ингушском государственном университете и на безвозмездной основе обучать ежегодно по 10 студентов в Шанхайском университете. Знание китайского языка в любом случае в ближайшей перспективе он довольно серьезно поможет. Ну, один из проектов, если, конечно, мы сейчас проработаем вопрос с Роснефтью, и если Роснефть согласится на эту акцию, то это обслуживание тех сотен скважин, которые там советских времен, из которых нефть выкачана, они пустые, и поэтому у нас довольно серьезная проблема с почвой в Малгобекском районе, там, где нефть добывали. Поэтому обслуживание этих скважин, приведение их в порядок, тоже китайская компания себя хочет делать. Вот такие проекты есть, я надеюсь, что у нас все получится.